И еще один важный вывод из прошедших выборов. Наш результат ничего не стоит без готовности его отстаивать до самого конца. Коммунист Ищенко выиграл выборы в Приморье. Единорос Тарасенко и избирком сфальсифицировали итоги голосования. Если бы Ищенко вывел на площадь народ, то стал бы губернатором. Ограничился голодовкой на полдня. Результаты выборов просто отменили. И не факт, что ему дадут еще раз в них участвовать.